Великолепная пятерка заливщиков ежедневно выходит на лед. Каток заливают во дворе дома на Демократической 32. Чтобы получилось идеальное зеркало, требуется почти неделя. Сначала нужно наморозить холодной водой 10-сантиметровый слой. Затем уже теплый выровнять все шероховатости. Лед, вы можете даже посмотреть, идеальный по качеству. Будем говорить, не хуже, чем во дворцах спорта. Не хуже, даже не уступает. Чистка и заливка каждый день. Независимо, 1 января, 31 декабря, каждый день до марта месяца. Этой хоккейной коробке уже 17 лет. Изначально она была деревянная. В этом году по программе содействия борта поменяли на современные пластиковые. Инициатором выступили местные жители. Ожидаемый результат от этого проекта превысил все возможные показатели. Мы очень рады, что вместе с жителями у нас получился этот проект. И на благо жителей нашего района все получилось, все будет замечательно. Эта хоккейная коробка – место притяжения детворы и взрослых из 6 ближайших многоэтажек. Всю зиму на катке будут сменять друг друга массовые катания, хоккейные матчи и народные гуляния. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.